Hello. Пыренький стрим. Пардоньте, все еще не восстановился. А играем мы No Man's Sky. Загрузка прикольная. Чисто космос. Короче, закончили мы на том, что надо найти какой-то компонент для ускорителя нашего корабля. Вот. Такие вот дела. Но его нету нигде. Поэтому я, короче, задрачивался. Зарабатывал деньги. У меня теперь 200 штук. Я создавал такие штучки. Байпас чипы. И продавал здесь же. Тут я их продавал по очень хорошей цене. А вот на продажу этого компонента нет дурацкого. Он называется что-то там на А. Я могу показать. Ой. Например, сюда это перенесем. Нет, сейчас. А, короче, я эту штуку сделал, мне надо ее зарядить варп-селлом. А варп-селл... Он... Вот он. Надо антиметр. Вот, поэтому... Я страдаю. Пытаюсь найти. У торговцев, которые сюда прилететь должны. Где? Но никто не летит. Вот. Карбон на халяву. Майлстоун очередной. Кучу прошел расстояние. В общем, такие новости. На самом деле, я даже не знаю, где эти корабли. Вот это что? Железо, по-моему. Карбон, интересно. Есть. Какой-то корабль. Ну. В общем, есть идея. Ну, там вот мой корабль, во-первых, стоит. Есть мысль туда пройтись. К сигналу этому. Он... О, кстати, что это? Утонь. То есть хреновые летуны, они, короче, смотрят. Если ты разрушаешь ресурсы, они на тебя нападают. А так они тебя не трогают.
Вот. Вот эта фигня плутонием заряжается. Блин, ну чё, можно пойти, в общем-то. Раз никого здесь нет. Корабли не летят никакие. Можно вот туда. Чисто прогуляться. 9, бля, минут. Охереть. Ну, заодно заисследуем планету немножко. Я долго играть не буду сейчас. Может, минут 30. Сейчас так чисто. Позырить. Хера себе плутония здесь. Цинк, что ли, титаний. У нас путь в одну сторону. Ё-моё! Ни хрена себе. Красиво. Я, кстати, этот сканер проапдейтил. Я не помню, было это на стриме. О, корабль. Разрушенный. Новая технология. Крис Делонгер Буст during Space Flight. Короче, понятно. Не едино, не три на модуле нужны. Новое слово. Я такого не знаю слова. Ну, в общем, идем потихонечку. Потихонечку. Очередные слова. Платинум. И цинк. Наш помещается это все. Цинк. Платинум, да, читаем. Окей. Окей, все понял. Сейчас все будет. Карбон больше не собираем. Забавно. Потихонечку. Чё ты, я тут куда-то пришел? А здесь плутоний есть ещё. А чё? Золото. Да, вот золото, конечно, дорого стоит. О, я могу его, кстати, собрать. Кайф. А чё за хрень? Я сюда, наверное, могу корабль пригласить. Летающий. Какой-то терминал.
А, торговый терминал. Ух. Бай. Может, у них есть. Ни хрена нету. Может, что-нибудь продать. Алюминий, карбон, карбон. Задний амортизатор. Я могу золото немножко продать. Так, чисто. По приколу. Плутоний нафиг не буду продавать. Тут сейвилка. Подожди, а чё? Space Tracker. Ну, короче, тут что-то интересное есть. Можно зачекать. Ну и что это? Я это продать могу. Где там? Эти канистры, они вообще ничего не стоят. По сути. Так что можно валить отсюда. Дальше. Золота нет больше. Видимо. Видимо, невидимо. Цинк, флора. Это чё? Железо. Раз там пещера и вода. Дерево прикольно. Короче, нам туда. Где я? Жесть. Короче. Что-то спавнится. Ходы. Травка всякая. В общем, идем, идем. Долгий путь. Ёптель. Это еще что? Короче, насрать. Там ничего интересного. Долетели. Ой, бежим далеко. Короче, мне вот этот надо компонент, чтобы построить ускоритель, чтобы между галактиками летать. Я сейчас в своей родной галактике, которую мы обозвали. Как в Майнкрафте. Вот. Ну, в общем, в этой галактике. Надо лететь дальше. Ну, нам же интересно. Правильно. Поэтому. Такие дела. Через
очередной маус-холм. Хат какой-то, бля. Туалет какой-то. В общем, еще 4 минуты где-то пиндорить. В море, блин. Кайф. Можно спуститься. На гору, что ли, забраться? Вроде правильно иду. Ё-моё! Ё-моё! Чуть не упал. Хотя с таким джетпэком прям помрёшь. Когда-нибудь прилетим тоже. Я вот в Хардстоун залипаю в последнее время. Вообще прикольная игра карточная. Надо будет стримчик сделать. Это что за хрень? Почему он так светит? Плутоний нам нужен для топлива, но у нас его даже жопы. И в корабле, и в корабле, кстати, но на руках есть. Там, кстати, еще один знак вопросика. Что за херня, это кустарник. На этой планете, я заметил, нету живых существ, кроме инопланетян, которые страшные. На нашей планете, на Йошимур, есть вообще офигенные животные. Ого, какая станция, какая заброшенная что-то. Я сюда могу свой корабль подозвать. Йо, корабли, это кайф, это значит, что я могу подхачить вот ту херь и вызвать свой корабль сюда. И если здесь есть этот компонент нужный мне, как вообще живем? О, окей, ну ладно. Ну да, это такая же станция на самом деле, вообще один в один. Ну, даже стоянка здесь же. Вообще зачем? Бля, это вообще один раз. Короче. Прикол будет, если я туда же пришел. Ну не, вроде там по-другому природа выглядит. Посмотрим, есть ли у них то, что мне надо. Х
Хрен нас два. Хрен нас два. Ну, как бы нету. Пас сраный нужен очередной. Я не знаю, где его взять. Видимо, на другой планете, на другой галактике какой-то. Я могу сохраниться здесь. Я могу сохраниться и сходить. Во-первых, халявное бабло, блядь. Ой, нифига тут. Кристонанит. Титаниум. Мне кажется, я не смогу его трансфернуть. О, смогу. Нифига себе. Валим. Там эти хряки уже хотят меня за жопу схватить. Так. Эту хрень я, кстати, могу подхачивать легко. И эта фигня, короче, ловит сигналы с различных других планет. Там. Новая технология, которую я уже знаю. Это не новая. Идут бесплатные деньги обычно. А, нет, здесь новые технологии. Аму клип капасти из инкрис. Это, короче, для оружия какой-то апгрейд, я так полагаю. Это вот деньги бесплатные обычно. А, нет. Шилд восстанавливается. Да у меня он вообще никогда не был. Не тратится, по-моему. Я вообще ни с кем не воюю. Ну, это пока что, конечно. Бесплатные деньги. Хрень. Да это что? Кнопка какая-то. Короче, можно идти в дом, потрещать с чувачками. Сюда свой корабль потом взять. Пипец, а у них тут что за оружие? Какое-то другое, по-моему. 49. Ну, как бы... Я не знаю. Меня и мой устраивает, на самом деле. Буй. Давай посмотрим. Нет... Короче, все ясно. По классике. По классике. Я, короче, был в одном месте, где реально была эта фигня. Прикол в том, что... Игра, блин, вылетела. Зависла, короче, и что-то... По херне пошла. В общем... Какая-то бага. Что-то там, у меня новый ачивмент какой-то. Что это за новый iPad? Это что? Какой-то опасная, да, как обычно. Которого у меня нет. Сейчас я с этим чувачком потрещу. Понятно. Короче, вообще такая же станция. Чё, перец? Бля, да вы чё, охерели? Ща продам что-нибудь, погодите. Лучше торговца нет. Чё продать, чё продать? Кристанит. Я могу это трансфернуть? Угу. Вот я его, кстати, и продам. 53. И, кстати, цинк я могу трансфернуть. Мне даже можно ничего не продавать. Блин, продам, наверное. Потом потрещу с этим парнем. 53. Да похер. Так, чувак, давай. Колись.
Бумгумо тогму танго им румминингой даруду. О! Он хочет антиматер мне дать. Точнее, его даже покупать не надо. Охеренчик. Ты бодрый парень. Короче, если я что-то ему сделаю, он... Я с ним могу сдружиться. Я с ними, вот с этими свайкинами могу быть другом. Тогда я смогу у них всякую херь просить. Прикол в том, что мы сейчас вызовем сюда свой корабль. Показываю на пальцах. Только сначала сохранить, потому что в прошлый раз у меня игра зависла нахрен. Точнее, крэшнулась. Она тупо крэшнулась. У меня ачивмент, я два встретил на планетечка. Короче. Блин, может что продать? Нет, не будем ничего продавать. Мы будем конструировать. Окей. Не можем вызвать. Так, корабль валит. Сейчас я только посмотрю, что у него можно купить. Кстати, тут можно предлагать офферы на корабль. Это типа крутой корабль. Ого. А, не, ну поместимости, наверное, такой же. Короче, вылезем говно, давайте будем честными. В общем, делаем такую магию. Сначала я подзаряжу свой суперкостюм. Потом я сделаю ёптель. Чёртова железа нету. Так, погодите. Алюминий, айрон, цинк. Ладно. Гольд. Гольд. Что ему продать? Платину мне надо. У меня его нет. А, о, у меня же платину есть здесь. Я могу платину продать. Где я вообще платину вязаю? В корабле где-то я его использую. Не. Тут что ли? Короче, я могу платину вот этот весь загнать. 164. Так, чувачок, платину мне нужен. Десяточку айрона мне надо. А, платину. Платину. 164. Вот есть айрон. Мне лень добывать. Ву, десяточка мне. Красавчик, спасибо. Теперь мы такие оп. Оп. И такие оп. Обошли систему. И позвали наш корабль, когда это говно улетит. Сейчас он улетит. Тел. Стоило только отвернуться. О. Где ты там? Лети. О. Какой умный корабль. Хера он быстро прилетел. Он не может так быстро прилететь, если честно. Он только поднимается столько времени. Ну ладно. У нас, кстати, прикольный. Бля, что? Это не наш корабль, нахер. Не,
И что-то косяк какой-то погодится. Я должен был пригласить свой корабль. All Starship. Блин, мой должен был прилететь. В прошлый раз мой прилетел. Жесть будет, если мне обратно надо будет подавиться. Пешком 9 минут. Что тут за минералы? Капец, плутония. Это айрон, я полагаю. Карбон. Плутония здесь просто хрена. Пойдем позовем свой корабль. Пошел. Почему мой корабль не кайф. Кайф, короче. Так, потом так. И вот так. Теперь мы можем зачаржить вот эту байду. Ок. Как вам такой расклад? Теперь можем плутоний трансфернуть. Потому что он у нас для топлива юзается, пускай он на корабле будет лучше. Карбон нам на корабле не надо, по идее. Нам бы вообще корабль проапгрейдить как-то, я не знаю как. Кстати, они не продают этой хрени еще. Я бы еще одну эту сделал штуку. Чтоб два скачка в две разных галактики. Ничегошеньки у них нет. Нужно вот эту хрень купить. Хотим. У нас апгрейженный этот сканер. Какая-то вот эта хрень. Гранаты какие-то. В анализе свои зорро. А это что? Сканер, комбат. А это чё, плазма ланчер? Ну, такой же. Ну все. Мы можем типа лететь в другую галактику, я так полагаю. Хайпердрайв у нас готов. Нам хватит, наверное, на 20. Или что? Я, если честно, не знаю. О, Майлстоун какой-то. Сейчас сколько время? Почти 9. Короче, я думаю, мы все сделали, а в другую галактику мы полетим уже в следующий раз. Вот. Как-то так. Я пойду, значит, сохранить. Если он сейчас не сохранился, я не понял. Кстати, могли, знаете, сделать хитрая штука, я могу показать. Как я деньги поднимал. Чисто быстрый чит.
Привет. Да, я в Манскай играю. Да. Ну, а ща я уже заканчиваю. Я нашел эту штуку. Я могу в другую галактику теперь лететь. Ну, эту хренатень. Чтоб построить супер гипер движок. Я в другую просто станцию пришел, там мне чувак бесплатно дал. Короче, вот байпас чипа продаешь, как бы все, куча денег сразу. Такой вот хинт зарабатывания денег в этой игре. Вот, ладно. Продали, можно сохраниться и нахрен валить отсюда. В следующий раз, конечно. Пора делать перерыв. Я вызвал свой корабль сюда прям. Вот он. Как тебе корабль? Нормальный корабль. Красненький. Ладно, покеда. О, можно зааплодить. Прикольно. У тебя музычка есть?